Локомотив сдвинулся с мертвой точки, уверен главный тренер железнодорожников Петр Воробьев. В интервью «Советскому спорту» он сказал, что в команде, возможно, была некоторая скованность, но отметил, Локомотив и Притомий Роу вытаскивал несколько матчей, но уступал по буллитам, а крупно на старте сезона не проиграл ни одному из соперников. Воробьев отметил, что в Локомотиве собраны опытные игроки, они должны уметь держать удар. Сезон только начался, и расстраиваться по поводу прошлых неудач некогда. Петр Ильич подчеркнул, что усилил физподготовку команды. Став рулевым железнодорожников, Петр Воробьев победил в двух домашних матчах – «Медвежчак» и «Минская Динамо». В начавшейся выездной серии у «Локомотива» серьезные соперники – «Нижегородская торпеда» и «Казанский Акбарс».